новые таблетки и подохла. Это был единственный раз, когда все видели, как королевская кобра смеялась. Я горжусь этим, так что пошел ты. Да, отлично. Знаешь что, я практически рос один, как трава. Я так и не научился плавать. Я не умею есть из Америки. Ты знаешь, как это унизительно. А как же мистер Прихваткин, помнишь его? Что? Нет, только. Я надевал на руку прихватку для духовки и веселил тебя, когда тебе было грустно. Не надо простить, юноша. Я был не веселю. Нет, этого я не помню, ясно? А знаешь, что я помню? Ты заставлял меня забирать тебя на машине с пляжа, когда был в стельку пьян. Но что такого? Когда ты насрался, всегда кто-то тебя отвозит домой. Мне было 8! Да ты выглядел на все 14! Ты же был сырным кабаном! Прости же, какой же ты козел! Чувак, ты же теперь миллионер и женишься на такой горячей штучке! Так что, выходит, я был уж не таким плохим отцом, согласись? Ну да, хочешь полюбоваться на результат? О боже, ты на игле! Кто твой поставщик? Я надеру задницу этому ублюдку! Это инсулин, придурок! Я диабетик из-за того, что ты каждый день кормил меня сладостями на завтрак! Но ведь ты сам просил их! Ты должен был сказать нет! К 20 годам я весил 180 килограммов! Знаешь, как тяжело таскать такой вес! Ладно, ладно, я не знал, что делать. Мне никто не помогал. Я просто психопат, и ты знаешь... Хансон, ну не надо, Хансон, я же ведь хороший человек. Не называй меня так, ладно, теперь меня зовут. Себя называй Хансон, остановись.